Так это Меспа. Вот, Мес стреляет. Я вижу его. Курсом 184, 185. За ним тянется красный, за. Вот, стреляет. Да, куча. А ты снимешь атакую, я тебя Я атакую, да, 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 да. Вот и пошел на снижение, да? Да, 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 да. Пикирую. Все хорошо, смотри. А все. А что тут? Нет, не пойду, пошел. Заберут, наверное. Все, наверное, вот это он. Нет, я не пошел, потому что там их двое. Да-да-да, их двое на нем висит. Четверо. Раз. Раз, два, три. Я не уверен, что у них скорость все. Сейчас, если он вверх будет вытягивать, я над ними полетаю. Ну ты снова вниз куда попадаешь. Да? Точно. Или это не ты? Вот сейчас ты вернулся. Да-да-да-да-да. Там еще подошел кто-то. Смотри, аккуратненько. Там ему еще один синенький пришел на подмогу. Так, там смотри, пожалуйста, я за тобой иду. Есть. Включил. Да, вижу, включаем. Я у тебя сзади. Ну, ты с нами или потерял? Да, да, вижу тебя, правда, все. Так. Куда они все делись? Они вот его преследуют, беспорядочно стреляют. Наверное, спущусь, я попробую догнать. Да, да, мне кажется, они его не догоняют. Давай спустимся. Я с тобой пикирую, но на расстоянии, то есть что это? Принял. Так смотри по скорости. Да, да, постараюсь не словить. Дякую. Блядь, за ним такой паровоз, это просто жесть. Я вижу, блин, скорость большая. Тоже выравниваюсь, не смогу. Сейчас я их потеряю, не под облаком. Да, не под облаком. Вижу их. И я вижу. Вот он чуть левее забирает, да? А, нет. Ага. Он дымит уже, вверх тянет. Блядь, я вообще... Ну ладно, попробую догнать. И вверх тянет, дымит, не вижу. Вверх дымный над облаком сейчас. Вот сейчас вниз. А снизу двое быстро, кстати, компактно. Да они все за ним, здесь человек 6 за ним, говорю. Я понял. Вот он влево встал. Да, 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 да. Ну, я вверх нахожу, но... Их слишком много, сейчас кто-нибудь еще прилетит сюда и всех перебьет как-то. Все, ему еще добавили. Не-не-не, вверх надо ходить. Все, он труп. Ну, ты видишь, я вверх, да, вот будет у нас? Да, да. Отлично, ну, все. Все, давай в левую, в правую, там, вот эти вставить. Я вот тебя не вижу. Слушай, у меня фризит на этом серваке вообще капец. Да-да-да. Так, ну я тебе, кажется, вижу. Ты влево, да, вверх набираешься? Я вправо вверх. А, вправо вверх? Точно вправо? Да. Вот я под тобой. Под тобой слева сзади. Так, а чуть-чуть там за два контакта. Влево крен дашь, меня увидишь с ножками. А я вот смотрю какой-то контакт, хочу проверить. Да, давай, я выше, если что. Идет быстро под облако. Пойму. Пока. Блин, ушел в облако, я его потерял, но мне кажется, он под облако. Если зайдешь, тебя потерять. Ну ладно, я тоже спущусь. Скорость есть. Не-не, я сейчас вверх на облако могу, потому что я это. Ну я его потерял в какой смысле? А это наши, похоже, вон, видишь, они в радар летят. Это наши. Так, у меня топла процентов 30 осталось. Ты рядом. Даже не знаю, что делать. Да ничего не делать. Уже все, танки едут, сейчас победим. Ты можешь сесть, в принципе. Я, наверное, сяду и на сегодня отдохну. Давай. Так, это слева ниже. Ну-ка, там сзади, посмотри сзади, развернись, и сзади на солнце что-то похожее на фок. А кажется. Там на фок? Высокое, да. Там километра три. Вот за мной якорь стоит в правом, я разворачиваюсь. Вот, мне кажется, ну как раз за тобой стоит. Ты за лапкой, да, Нут? Вот я оно дал. Справа ниже, да,
Видишь, оножки, огоньки. Нет, этот за мной тянется с самого низу, как вот того мессера били. Тянется снизу. Я вижу пару. Под правым крылом у меня. Вот мне кажется, что я вижу. Вы. Сейчас, вот я дал оножки, это я. На тебя солнце я вижу, иду. Тебя я отлично вижу. А вот Нурс дальше прилетел, он за тобой не пошел. Мне кажется, это Нурс. Ну я потерял, а потом тоже дал. А потом вот сейчас потерял, да? Он у тебя слева, а вот там вниз. Да. Он в левый разворот стал, а ты прям пролетел. И я у тебя. Короче, я у тебя слева сзади выше. Нет, я на самом деле высоко. Ну как ты высоко? У тебя сколько высоты? Я 5. А, 5? Да. Я не спускался, ну ладно, я иду за вами. Понял, тогда это не ты, значит. Ну это значит другой я. Ну что я сейчас танкист. Танкист один посол, что делать? Ну вот я хотел кана это проверить, может развернется. Он передо мной. Не вижу. Передо мной вправо, вверх тихонечко тянет. Вправо вверх, а высота у него? Ну вот он меня по курсу, но чуть-чуть вправо он забирает. Высота скажи, у него 1400 с половиной. Скажи, может это я? Ты нет, скажи, смотри, вот сейчас постреляю по нему. Не, я тебя не вижу сейчас, я кажется вижу. Погоди, я сейчас где-то пройду. А, слушай, разворачивается. Вправо, да, чуть вверх. Я его, кажется, вижу, я выше. Да-да-да. Сейчас я зайду, если ты не конечно. Мне кажется, тебя вижу. Вот на инверсию он вышел. На инверсию? Передо мной прямо на инверсию вышел. Я понял. И идет он по-любому на Карпов. На Карпов, да. Есть какой-то контакт, но я не вижу пока инверсию. Может быть, я еще просто не в этом. У меня 4000 всего. Ну и меня, ты за мной идешь. Все, впереди, 4,5. Все, да, увидел я, увидел инверсию. Вот сейчас прорисовалась она. А тут у нас, ну, где-то должен быть на высоте 5000. Нурс, мы в квадрате 310 подходим. Курсом 90. А, вы в котле, что ли? Да, да. Мы же в котле внутри. Все, понял. А у тебя не 310? Нет. Короче, квадрат 310. Я на западе. 310, сектор... Сектор 1... На инверсии компакт. Сейчас, может, закрутимся с ним. Это. Я тоже на инверсию выскочил, я получил тебя на подъем. Может он. О, нихера себе. А, нет, это его, я думал, твоя надо мной инверсия. Ну я вот тоже на инверсии. А, да, я вижу. Инверсии. Я слежу сзади. Он вправо встает. Так, давай, ты чуть правее бери, а я чуть левее, чтобы мы разлетимся чуть-чуть. Ну ты понял. Да, он сейчас. Потому что он либо на одного, либо на другого, тогда второй будет ловить. Иначе тут прям удачи не видать. Прям он сейчас радар заведет. Прям рядом с радаром летаем. Что-то наш, конечно. Так, ну у меня уже почти 6, если честно. У меня 5,5. Ты скорость 300 держу. Но он так и будет тянуть, он хрен сейчас полезет. Это какой-нибудь европеец, это бесполезно. Месяц. Не, ну только если это. Он сейчас кругами. Ну ты вот. Мы можем просто не за ним лететь, а один в один круг станет, другой дает. Ну, значит, посмотрим. Мне сейчас уже возвращаться надо. Так, скидывает, это пикирует на меня, На тебя, да? Или он влево пошел. Я не пойму. А, нет, он влево. Да. Он нет, он не атакует, пока не атакует. Ну да, я смотрел. Тебе угол резать. Да. Блин, прямо от солнца заходит, я вообще ни черта не вижу. Молодец. Грамотно все делает. Нет, он не хочет за мной. Пока не идет. Не грамотно, он просто сваливает. Ну, да, аккуратно. Сейчас посмотрим. Ну я стал ему резать угол, и он тут же ушел, все правильно. Так, у меня уже больше 6. Там сгорит, посмотри, если можешь выходить, надо быть вместе. Вот это тебе зена, кстати, уже бьют с аэродрома.
Ну, сейчас к нему кто-нибудь придет на помощь, я боюсь, надо поглядывать по сторонам еще. О, атака, атака по мне. Встречным проходил. Встречным? Да-да-да, выскочил вверх. Так, ну сейчас этот у нас это. Да, да. Я развернулся, но сейчас надо на того смотреть. Не помню, что пришла. Вот тот, который тебя атакует, я его вижу. И да, я его тоже пытаюсь поймать. Но я сейчас большой. А большой, по-моему, на меня развернулся лучше. Высокий. Который меня проатаковал, он меня тупо сваливает тоже. А да, тот да, второй, да. Я его не... А, я развернулся, да-да-да, развернулся. Сейчас подрезаю, сейчас попробую, не знаю. Так, на тебя атака, заход на тебя того, в первого нашего. Да-да-да, наблюдаю. Отворачивайся, пытаюсь. Аккуратнее. Блин, он сымитировал, но не стал атаковать. Прошел, что ли? Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Он не на меня идет? Не-не, он меня пытается, я его... Так, второй... Да ёл, да как так-то, блядь? Сбил, что ли? Да одним выстрелом, вообще капец. И сраку с тобой. Я съёбываюсь, да. Ничего я не понимаю, что на сегодня прям не прёт. Так, ты вниз уходишь? Я сваливаю вниз, нет, да. Я вниз, на тобой не идёт. Да-да-да, я понял. А, я вижу тебя. Попробуй под тебя их подвести. Нет, по-моему, развалит. Вниз сильно не пить. Я их потерял обоих, блин. А, вот он, ты на шести. Справа, да? Он на шести прям у меня, вот он вверх он выпрыгнул. Вверх, да. Да-да-да-да-да. У меня прям что-то не летается, нифига. Надо отдохнуть просто. Давно не летал. Так, по тебе... По кому сейчас стреляли? А, ты стреляешь? Нет. А, еще один красный пришел. Там, вижу, двое. Вижу, да-да-да, стреляет по нему. На меня. Да. Вот он задымился. Он мог на инверсию это выскочить. А, нет, это он дымит, отлично, отлично. Он возле филда, надо дымить. Надо добивать. Так, а у него 6, у красного 6. 6. Держись, брат. Ой, хорош! Кто это его? Карлос, что ли? Так, этого бросаю. Где второй месяц? А, здесь еще их, здесь целая куча. Так, еще один разбился. Жигиер кнул, блядь. Ага, вижу два красных. Ты вниз пошел? Я сейчас в горизонте, но я низко. Нас здесь четверо красных сейчас летает. Два, три. А, вот четыре горит. Вот я дал оно. Кто-то пробитый вот идет, иду за ним. Ой, по кому вот сейчас стреляет? По мне, ёпта, по кому? Выключай, вижу. Он даже шасси не убрал. Попал, нет. Сука. Не-не, он вниз спускается, он вниз за мной так и тянет. Пробуй, вывешивай, пробуй снимать. Он меня потерял. А, это не ты за ним? Сейчас его снимут. Давай, братина, давай. Все, он меня бросил. Дохни, скотин. Блядь, мне последнее табло сейчас выльется. Все, он готов. Боже, ну хоть так. Если не мячик, прям вообще никак. Ну что, завязываемся? Я, да, все. Я, во-первых, сваливаю, потому что у меня топла сейчас уже закончится. Хотя бы из котла вылетит.